Привет, девчонки! Сегодня хочу с вами посмотреть такое приложение, называется оно Wish. И в этом приложении вы можете найти очень много всяких разных вещей по довольно дешевой цене. Мне нравится Wish намного больше, чем AliExpress, потому что здесь товар как-то отсортирован и выглядит приятнее. Не знаю, мне кажется, он как-то даже качественнее здесь. Хотя наверняка все идет из одного места. Из Китая. Одежду бы я здесь покупать в любом случае не стала. Я уже заказывала пару раз и разочаровывалась. Если на модельках смотрелась одежда довольно красиво, элегантно, броско, то на мне она смотрелась в основном как мешок. И это абсолютно не имеет никакого отношения к моей фигуре. Это просто некачественный пошив. Ну вот, в общем-то, о чем я хотела поговорить, это об этом приложении. Ну, посмотрите. Здесь много всяких разных вещичек и довольно недорого стоит. Вот выберем вначале кошелечки. Здесь есть не только одна фотография, но и, как вы видите, 16. Выбираем, просматриваем. Если вам этот кошелек не понравился, то можете идти в похожие товары и там выбрать кошелек, который придется вам по душе. Ну вот такие. Давайте посмотрим такие милые кошелечки. Допустим, нам понравился розовый кошелек. Допустим. И, как вы видите, здесь внизу, здесь цена этого кошелька 1 евро. Если вы идете ниже, есть акции. То есть кошелек стоит 85 центов, если вы покупаете этот кошелек с кем-то. То есть вы нажимаете клавишу «Купить» рядом с отметкой 85, вот, и если кто-то в течение какого-то времени, а в течение 48 часов купит этот кошелек вместе с вами, то вы получите скидку и купите его за всего за 85 центов. Обязательно обращайте внимание на то, сколько стоит доставка. Бывает такое, что товар продается, так сказать, бесплатно, а доставка стоит 3-4 евро. То есть, как вы понимаете, товар не совсем бесплатно. И в таком случае лучше уж поискать товар, который будет стоить, скажем, 2-3 евро, но бесплатная доставка. Доставку смотрим здесь. Вот это описание. Вот доставка. Вот 1 евро в Германию. Срок доставки до 12 января максимум. Посмотрим, что оставляют, какие отзывы оставили об этом товаре другие. Если вы видите 4,5 звезды, это значит, что товар, в принципе, неплохой. Обычно доверяю я только звездам, но предпочитаю читать 10-20 первых, то есть последних отзывов. То есть бывает такое, что у товара много звезд, а отзывы так себе. В общем, вот так. И отзывы о магазине. Отзывы о магазине дадут вам понять, насколько магазину можно доверять в качестве доставки, в качестве ответственности сервиса поддержки, в качестве упаковки товара. В общем, если 4 звездочки, я думаю, что это нормально. Но я в основном ищу там, где 4,5 звезды. И опять же, не понравился кошелек, идете в похожие товары и выбираете там что-то похожее. Обязательно ищите цены, потому что на одни и те же товары цены варьируются достаточно в большом диапазоне. Бывает на один и тот же товар от 1 до 12 евро разница. В общем, удачных вам покупок и пользуйтесь приложением. Я уже много раз здесь что покупала, много всего покупала и оплачивала всегда через неделю-две после доставки. Это очень удобно. То есть не нужно платить заранее, а можете заказать, идете в корзину сюда, нажимаете оплатить заказ и потом выбираете способ доставки, способ оплаты. Это перевод, безналичный перевод, 14 дней после получения, кажется. Сейчас не буду оплачивать, потому что только заказала лаки, мне больше не нужно. Ну, в общем, посмотрим потом. Удачных вам заказов и приятного шопинга. Всем пока.